Жертва обезвожена после рвоты. Из-за чего? Рак поджелудочный. Вот вам теория. Ему поставили смертный приговор. Он взял роскошный номер, пригласил эскорт, решил развлечься в последний раз, а потом полетел на свет. Отпустите девушку, никого она не убивала. Ужин за мой счет, выбирай где. Доктор Бамонт Роузвуд-младший. Лучший частный патологоанатом в Майами. Познакомишься с новым детективом? Уверен, он ждет нашей встречи. Он — это она. Можешь звать меня Роузвуд, Роузи. Доктор, было очень приятно. Начали. Что тут у нас? Похоже, джекпот. Нору Грейсон убили. Доказательства? Я тебе расскажу по дороге к тому, кто последним видел ее живой. Ты мне расскажешь сейчас. Ведь я коп, а ты медэксперт. У нас есть подозреваемый? У меня есть подозреваемый. У нас ничего нет. Ты мне нос сломала! Я в курсе. Мы бесспорно отличная команда. В твоем деле нелегко быть самым лучшим. А у тебя прямо интрижка со смертью. Что с тобой случилось? У меня в сердце пара дырок. Первый инсульт в 11 лет, второй в 21. А значит, я двину кони в ближайшие 10 лет. Будь на катере, пока не понадобятся твои таланты. Так я талантливый? Серьезно, Роузи, это опасно. Роузи, ты назвала меня Роузи. Роузи и талантливый. Ты будто мой напарник в этом сезоне. Не забывай, что каждый день это дар. Я понял, брат. Понял? Да. Ну давай по-взрослому. Да вы издеваетесь. Когда важна каждая секунда. Важна каждая улика. Ответ уже у тебя в голове. Найди его. На ноге Нора не синяк. Это ожог. Ее убили. Расскажи о ней. Роузи, приструни свою тёлку. Нет, 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 нет. Он будет стоять тихо и попивать безалкогольный коктейль, как джентльмен. Правда ведь, Роузи? Очень вкусно. Бросай оружие. Роузвуд. Круто было, да? Мы с тобой были одной командой. Улыбка? Я пошел, пока ты еще улыбаешься.